Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу «Січас». Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною Ігор Яковенко, російський опозиціонер, журналіст, соціолог, громадський діяч Ігор Олександрович. Рада вас приветствовать, рада вітати. Здравствуйте, Олена, это взаємно. Традиційно наших глядачів закликаю бути активними. Ваші вподобайки, коментарі, поширення сприятимуть популяризації цього відео. Так само не забудьте підписатися на нашу YouTube-платформу. Ігор Олександрович, хочу начать с сообщения в разных российских пабликах. В частности, сегодня утром некоторые российские военкоры говорят о том, что ближайшее окружение сейчас Путину умоляет, настаивает, чтобы он ушел в отставку и передал власть Белоусову или Мишустину. Скажите, пожалуйста, может ли это соответствовать действительности? И если да, то как скоро мы можем услышать от Путина «я устал, я ухожу»? Я думаю, что ни то, ни другое невозможно. По каким причинам? Сейчас я попробую объяснить. Ну, начну с конца. Вероятность того, что Путин скажет «я устал, я ухожу», с моей точки зрения, невозможно по двум причинам. Потом мы перейдем к окружению Путина. Значит, удобнее начинать здесь с конца, потому что здесь, ну, вероятность просто равна нулю. Значит, во-первых, Путин не расстанется с властью, поскольку расставание с властью означает для него, ну, почти стопроцентную смерть. Кому бы Путин не передал власть, в любом случае любой человек, который возьмет власть после Путина, по старой доброй российской традиции, встанет ему на голову и начнет валить все проблемы, то есть любому преемнику Путина достанется довольно тяжелое наследство. Страна в достаточной степени изолирована, страна ввергнута в войну, которая ничего хорошего не приводит, не приносит стране. И любой последователь, любой следующий руководитель страны в обязательном порядке постарается свалить все неприятности на Путина. Прежде всего, так сказать, исправить ту чудовищное преступление и ошибку, которую Путин совершил 24 февраля 2022 года. То есть у меня нет ни малейших сомнений, что это опять-таки старая добрая традиция, когда каждый последующий руководитель страны, обвиняя во всех прегрешениях, значит, своего предшественника, валит на него все грехи, все проблемы и меняет курс. Так было, так сказать, когда Сталин уничтожал Ленинскую гвардию, так было, когда Хрущев действовал по отношению к Сталину, Брежнев к Хрущеву, Горбачев к Брежневу, Ельцин к Горбачеву, ну и, соответственно, Путин во всем винил 90-е годы. Это российская традиция, которая вытекает в целом из самого характера авторитарной российской власти. Значит, любая попытка оставить власть для Путина означает в конечном итоге то, что либо его просто прихлопнут свои, либо в конечном итоге для того, чтобы, так сказать, изменить ситуацию, чтобы там попытаться уменьшить санкции, уменьшить проблемы, связанные с международной изоляцией, его просто сдадут в трибунал. Ну, это вряд ли. Скорее всего, его просто грохнут. Поэтому я думаю, что вообще вероятность какого-то преемника и уход в отставку для Путина, с моей точки зрения, добровольно, по крайней мере, равна нулю. Его могут сместить силовым путем, эта опция всегда остается, но это отдельная история, отдельный разговор. Но то, что Путин добровольно откажется от власти, с моей точки зрения, это абсолютно исключено. Вот. И все, что мы знаем об этом человеке, а мы, в общем, за не только за 24 последних года, но и за предшествующий весь период, мы, наверное, все-таки знаем о нем довольно много. Вот, поэтому это, с моей точки зрения, абсолютно невозможно. Что же касается того, что вы сказали, там, советы его окружения, то я думаю, что это абсолютно тоже исключено, потому что на сегодняшний момент окружение Путина его панически боится. И, зная, кто такой Путин,
они прекрасно понимают, они пытаются всячески удержаться при нем и пытаются избежать какой-то опалы. Потому что сказать Путину в глаза: «Путин, ты устал, ты уходи», но это значит поиметь серьезные проблемы. То, как Путин расправляется со своими врагами, в этом мог убедиться Пригожин. Ну, я думаю, что там убить не убьет, но, по крайней мере, это будет отставка с очень серьезными последствиями, возможно, и посадка. То есть сейчас вот большое количество генералов, которые посажены в тюрьму, это лишнее, помимо, так сказать, других резонов, это лишнее напоминание всем людям, которые окружают Путина, что его надо бояться гораздо больше, чем каких-то неприятностей, связанных с его курсом. Так что я считаю, что все то, что вот, о чем вы сказали, это то, чего не может быть. Но все-таки то, что сейчас происходит в Курской области, аналитики говорят, ну, склонны достаточно часто, мы такие характеристики видели в западных СМИ, называть пощечиной Путину. И вот это дает возможность, опять же, есть такое экспертное мнение, внутри России некоторым силам сейчас расправить крылья. Мол, диктатор слабый. Сюда же подвязывают вот это заявление Дерипаски на минувшей неделе о том, что следует уже заканчивать войну. Все-таки внутри страны Путин еще достаточно сильный? Его боятся? Думаю, что да. Думаю, что да. То, что сказал Дерипаска, вы знаете, здесь очень важно, где он находится. И я все-таки склоняюсь к тому, что Дерипаска, я не знаю, я не слежу за его геолокацией, но я думаю, что он все-таки принял для себя решение продолжить свою жизнь в качестве там, американского бизнесмена или, там, я не знаю, какого-нибудь европейского пенсионера. Не знаю, это, в общем, не так важно. Но я очень сомневаюсь, что он после таких заявлений вернется в Россию. Он это сделал заявление в Японии, и я не уверен на 100%, что он захочет после этого заявления возвращаться в Россию. Это, ну, вот здесь я не гарантирую на 100% вот эту версию, но мне кажется, что он принял для себя решение больше не связывать свою судьбу с Россией, по крайней мере, в обозримый период. Так что, ну и к тому же вообще назвать какого-либо миллиардера, неважно какого, значит, окружением Путина. У Путина в окружении нет вот этих вот бывших олигархов. Ни Дерипаска, ни Фридман, ни Авин, никто из, там, ни Потанин, никто из этих людей не входит в окружение Путина. Окружение Путина составляют силовики, чиновники, то есть, ну и те люди, которые являются непосредственными кошельками Путина. Так что я думаю, что заявление Дерипаски в данном случае не показатель. Что же касается всех остальных, то да, страх перед Путиным достаточно велик. Конечно, понимание того, что Путин во многом утратил контроль за тем, что происходит на фронте, это очевидно. Он и с самого начала не контролировал то, что происходит на фронте, потому что война – это танго, в которой танцуют, в котором участвуют двое. Но внутри страны он контролирует в значительной степени многое. По крайней мере, ну, если не все, там понятно, что экономику он полностью контролировать не может, но, во всяком случае, свое ближайшее окружение он контролирует. Они его боятся по-прежнему. Путин постоянно предпринимает какие-то шаги, которые заставляют его окружение по-прежнему находиться в мокрых штанах. Как это было накануне вторжения, когда он проводил знаменитое заседание Совета Безопасности, где он каждого, так сказать, просто отчитывал, и, значит, они стояли все по стойке смирно и, запинаясь, пытались угадать, чего же он от них хочет. Сейчас подобная какая-то публичная порка возможна или нет? И сохранится ли Герасимов на должности главы Генштаба РФ? Что касается публичной порки, она не совсем публична. Ну, во-первых, так сказать, он периодически унижает своих подчиненных, в частности, знаменитая история, когда он губернатора прервал. Ну, последний, так сказать, разговор по поводу событий в Курской области. Он губернатора Курской области резко прервал,
значит, сказал, что Не нечего там. понравилось, что говорит. Ну, потому что, да, хотя губернатор врал, конечно, он в два раза примерно преуменьшал цифры на той территории, объемы той территории, которую занимают украинские войска, но тем не менее он что-то начал говорить, и это по количеству населенных пунктов, которые находятся под контролем вооруженных сил Украины, это, естественно, Путину не понравилось, он его прервал. Ну, в общем, так, скажем, очередной такой начальственный окрик. Ну, кроме всего прочего, тот генералопад, который сейчас происходит, и те посадки генералов, это, помимо всего прочего, еще раз напоминание, что Путин – это по-прежнему диктатор, которого надо опасаться. Не убьет, как Пригожина, так посадит, как многих генералов, там, Иванова и прочих. Так что страх он вселяет по-прежнему. Что касается Герасимова, то я очень сильно сомневаюсь, что он будет отставлен. Ну, здесь я вступаю на не очень знакомую мне территорию, но практика показывает, что Путин не увольняет тех людей, которые виновны в провалах. Тому есть очень много подтверждений. И ситуация с терактом в Беслане, в Нордосте и другие провалы, которые допускали силовики, они не влекли их отставки, наоборот, часто их награждали звездами героев. Так что не уверен. Вот. Ну, но здесь я еще раз говорю, вообще предсказывать какие-то детали поведения Путина в силу того, что всегда неизвестен градус его безумия, это плохо предсказуемо. Но в каких-то основных вещах, вот когда вы говорите о добровольной отставке Путина, здесь я с уверенностью могу сказать, что ее не будет. Когда речь идет о отставке Герасимова, ну, здесь такой уверенности у меня уже нет. Игорь Александрович, еще несколько недель назад, когда вот разгар этого генералопада был, даже появлялись такие мемы, что, мол, из этих посаженных в СИЗО российских генералов можно будет скоро формировать отряд «Шторм-Зет». И, внимание, вопрос, кто его может возглавить. Но, судя по всему, это не совсем уже и шутки ввиду того, как развиваются события. Значит, Верховный суд РФ выдвинул предложение освобождать от уголовной ответственности подсудимых, вступивших в армию на контракт или по мобилизации. И вот осужденные за взятки замгубернатора Белгородской области заявил о том, что подписал контракт с российским Минобороны и идет на войну. То есть проворовавшихся чиновников стройными рядами будут отправлять сейчас воевать, как считаете? Или это просто сейчас такая пиар-акция, что касается замгубернатора, проворовавшегося в Белгородской области? Ну, здесь я не уверен в том, что это какое-то массовое явление, потому что все-таки одно дело убийцы, насильники, люди, которые, в принципе, так сказать, связаны с криминалом, и поэтому, ну, все-таки криминал – это риск. Это люди, которые рискуют, это люди, которые, так сказать, в принципе, так сказать, связывают свою жизнь с определенными опасностями. И там убийца, насильник, грабитель – это человек, который действительно, ну, мало что меняет в своей жизни, когда он идет на войну. Меняет, но не кардинально. А для губернатора такая история, для вице-губернатора, для взяточника, коррупционера, это довольно сильный шаг. То есть я не уверен на 100%, что это будет массовое явление, потому что, в общем, ну, в тюрьме выжить можно, а вот на войне вряд ли. Поэтому у меня есть сомнение, что это будет массовое явление. Скорее это будет эксклюзив. Российское министерство науки и высшего образования сейчас рекомендует российским ученым воздержаться от публикаций в некоторых журналах одного из крупнейших западных издательств, поскольку, мол, сборы от публикаций могут направляться в поддержку Украины. Как это все трактовать? Это продолжение вот этого дела физика в 2023 году, когда за публикации в западных СМИ, но там им вменяли, насколько я помню, вообще госизмену. Да, конечно. Но на самом деле это явление довольно продолжающееся. Это очень самый простой способ получить звездочку на погоны – это обнаружить какую-то публикацию на английском языке в
зарубежном издании, американском или британском. И это вот, ну, самое простое такое, потому что на самом деле, что там написано в этом журнале, в этой статье, в суде никто не будет разбираться. Ну, здесь принцип очень простой, опубликовался в западном журнале, и не важно, что ты что-то сообщил, не составляющее военную тайну, не важно, все равно, а чего это ты на языке врага публикуешь в журналах врага? Наверное, родину хочешь продать. Вот предельно простая логика, и, как правило, суд поддерживает обвинение. Так что, ну, то, что в этом тренде появилась другая интонация, то, что деньги могут использованы быть для поддержки ВСУ, это мало что меняет. В принципе, российская наука получила мощную прививку от развития, поскольку без международного обмена, без какой-то коммуникации с мировым научным сообществом сегодня какие-то открытия практически невозможны. Так что это продолжение тенденции, ну, такая немножко новая интонация в этой тенденции на изоляцию российской науки. Отключение России от YouTube, WhatsApp, сигнала, в принципе, возможно, вот уже в сентябре полное? Или это сейчас, да? Ну, так оно уже факт. Я не знаю, как, насколько вы получаете информацию. Я, например, от своей аудитории уже несколько дней получаю информацию, что мой канал в России уже смотреть практически невозможно. Ну, вот мой YouTube-канал Игорь Яковенко, его в России смотреть уже практически невозможно, потому что YouTube не работает. Вот, поэтому это сейчас массовое явление. Я думаю, что и ваш канал тоже, российская аудитория испытывает трудности с просмотром. Ну, здесь надо что-то предпринимать, но это отдельный разговор. А что касается того, что Россию пытаются отрезать от независимой альтернативной информации, это исторический факт. Это так. На самом деле YouTube, безусловно, является одним из главных окон в мир альтернативной плюралистической информации, поэтому его давно уже пытались уничтожить. Какое-то время ограничение в отношении таких мер было то, что Россия никак не могла создать какую-то альтернативу. Она и сейчас не может. В России сейчас нет альтернативы Ютубу, но, видимо, принято окончательное решение, что создать альтернативу невозможно, а уничтожение Ютуба признано важной государственной задачей. И поэтому его, в общем-то, уничтожают на наших глазах. Фактически это уже произошло. А есть ли, ну, хотя бы вот какое-то видение того, сколько россиян черпало информацию именно из Ютуба? Почему власти все-таки пошли на этот путь? Ну, дело в том, что количество россиян, которые являются пользователями Ютуба, это десятки миллионов. Потому что мы сейчас с вами говорим, мы же сейчас говорим исключительно о политическом сегменте Ютуба, а это менее 10%. Это очень незначительная доля. И главная проблема, ну, скажем так, в политическом, политически заинтересованные люди, они, как правило, все-таки находят варианты. Они, так сказать, скачивают себе VPN, есть и другие способы получения информации. Там, я, например, сейчас стараюсь, так сказать, скачивать свои собственные видео и сбрасывать их в виде уже не через YouTube, а просто в качестве видео слушателям. Это метод, так сказать, компенсации. Но основная масса, вообще на самом деле, с блокировкой YouTube, это, конечно, классический вариант стрельбы по Воронежу. Так называется обычно российская путинская практика наносить удары по собственным гражданам. И поскольку все-таки я еще раз говорю, что менее 10% YouTube это политический сегмент, основное это фильмы,
это мультики для детей, это профессионально важная информация. Очень многие люди, по сути дела, работают с помощью YouTube. Для очень многих YouTube это не развлечение, а ну, как бы способ профессиональной реализации. То поэтому я думаю, что это серьезный удар по десяткам миллионов россиян. Ну, Путину, как всегда, наплевать на интересы граждан России, поэтому это решение принято и будет реализовано. Еще раз подчеркиваю, тот, кто хочет, он будет обходить это решение и все равно будет смотреть тот контент, который ему необходим. Ну, а жертвами станут дети, подростки, которые слушают музыку, любимые концерты, дети, которые смотрят мультики, пенсионеры, которые смотрели фильмы на Ютубе. То есть основная масса населения станет жертвой этого удара. Поговорим об американской политике в контексте интервью, которое Дональд Трамп дал Илону Маску в сети X. Еще на прошлой неделе, когда анонсировалось это интервью, были разговоры, а почему же Илон Маск? То, что Илон Маск во время этого интервью предложил свою кандидатуру, если Трамп победит, для работы в комитете, который будет сдерживать государственные расходы. Это было главной целью того, почему Илон Маск именно решил побеседовать с Трампом, а не, например, Такер Карлсон, который имеет площадку в соцсети Илона Маска. Вы знаете, это три персонажа: Дональд Трамп, Илон Маск и Такер Карлсон – это родственные души. Это родственные души в том смысле, что каждый из них – это эксцентрик, это, так сказать, люди, которые, как правило, так сказать, поражают своими эксцентричными высказываниями. Это люди, которые не дружат с логикой, но дружат или хотят дружить с Путиным. Вот, и которые всегда совершают какие-то неожиданные поступки, неожиданные ходы. И, в общем, ну, я не знаю, назвать их полезными идиотами, ну, как-то не хочется, это банально. Но что-то близкое, что-то просится на язык, когда я думаю о каждой из этих троиц, о каждом из этих троиц. Хотя Илон Маск в свое время очень помогал Украине своими ресурсами, но в целом сейчас он, безусловно, на стороне, которая противоположна интересам Украины. Насчет того, чтобы занять место в комитете, который занимается вот такими делами, если я правильно понимаю, речь идет о парламентском комитете, но для этого Илону Маску надо сначала стать сенатором или конгрессменом. Вот я не слышал о его намерении занять эту должность. Вот. Ну а в целом, конечно, то, что, так сказать, само содержание этого интервью, это очередной поток вранья со стороны Трампа. Здесь уже тоже некоторые журналисты пронумеровали основные факты так называемого вранья и поздравили Трампа совравши. Так что, ну это как обычно, когда Трамп открывает рот, он обязательно начинает врать. Ну, что, собственно говоря, это одно из многих свойств, которые роднит его с Путиным. Главной целью этого интервью было именно, я не знаю, популяризация Трампа, который сейчас начинает терять рейтинги. Нет, ну это сильный Именно ход, такой потому формат. что, да, безусловно, это сильный ход, потому что, то есть, так же, как интервью с Путина с Такером Карлсоном, это была популяризация Путина. Также и, ну, Илон Маск это ньюсмейкер, там я не знаю, входит ли он в пятерку мировых ньюсмейкеров, но я думаю, что каждое его, так сказать, публичное выступление это очень большой ресурс. И поэтому, конечно, Трамп, который дает интервью Илону Маску, это событие. Поэтому я думаю, что это заметный ход, сильный ход, который, ну там, я не знаю, насчет как бы, как это скажется на рейтинге, но в любом случае это перехват инициативы.
Что ж, будем следить за развитием событий. Игорь Александрович, благодарю вас за интересную беседу и за то, что нашли время и возможность своими мыслями поделиться с нашей аудиторией. Для нас это очень важно. Берегите себя и до скорых встреч. Спасибо, Алена, и тоже берегите себя. Удачи вам. Хорошего дня. Ігор Якуванко, російський опозиціонер, журналіст, соціолог, громадський діяч, був разом із нами на стрімі. Традиційно мій заклик до наших глядачів: сприяйте популяризації цього відео через ваші коментарі, ваші вподобайки, ваші поширення. Ну і не забудьте підтримати своєю підпискою нашу ту платформу і авторський канал Ігоря Якуванка.